В Астане задержан подозреваемый по факту падения альпинистов на стройобъекте. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Сотрудники департамента полиции ведут досудебное расследование по статье нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Уже добыты доказательства причастности работодателя к смерти сотрудников. Напомню, 12 октября четверо рабочих сорвались с высоты, трое из них погибли.